Хей, с вами Неум Рэй, и сегодня я сходил в кино на фильм «Человек-муравей и оса». В принципе, фильм хороший. Снимал я видео, но видео там не записалось, из-за того, что оно было в 3D, я что-то тупанул. Но записалась концовка, я додумался включить микрофон и записать. Короче, слушаем. Ведь уважаемый был ученый, моим именем называли здание, и вот докатился. Ну, ты же просил туннель поменьше. Этот компактней. О, пардон, виноват. Что-то в нем есть. Все, мы в сети. Накопитель включается сам при отцеплении и автоматически начинает сбор целебных частиц. И еще, держись подальше от полей тихоходок. С виду милые, но съедят. И не угоди во временную воронку. Тогда уже не спасем. Начнем? Нырок в субатомный. 5, 4, 3, 2, 1. Прием, Скотт, проверка связи. Проверка, прием, прием. Не забываем давать на чай тихоходкам. Скотт, спасибо. Я так, на всякий случай. Готово. Целебных частиц для нашей подружки-призрака набрав. Отлично. Выводим из туннеля. Готов? 5, 4... 3. Алло? Ха-ха-ха, очень смешно. Хэнк, что за детский сад? Не вы ли ругали меня за дурачество? Хэнк! Хоу! Дженнет! Народ! Эй! Ну все, шутка затянулась, вытаскивайте уже! Эй! Что у меня предчувствие, то что они обратно это уже не вытащат. Хотя кузнечика они вытащили.